Россия – огромная страна, в которой говорят на разных языках. У каждого народа свои слова, но обозначают они одно и то же. Вот так на разные языки переводятся слова «выходной», «моде», «базаркуно», «хангасян ор» и «работа». «Волох», «чалышма», «ашхатан». А так на языки народов России переводится слово «ответственность». «Жепал», «месулиетлик», «патасханатвучун». А так «отдых», «садар», «ратлых», «хангист» и «праздник». «Самоуниде дезде», «байрамкуну», «тон», «Россия вайдаймо». На разных языках об одном и том же –